У нас очень много вопросов, которые надо решать. И эти вопросы нам будут подкидывать с разных сторон. Я уже на это обращал внимание. Мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает. В основном, конечно, я еще раз говорю, это 99,8% фейки, но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг, более того, с выездом на места. Я, конечно, не хочу перечислять все эти фейки, но комитет госконтроля за ночь и утро проверил некоторые вещи. Ну, просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну, это мерзавцы, понимаете? У них святого ничего нет. Ничего нет святого. Они будут писать, что десятки, там, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, что не хватает каких-то лекарств, лечения и прочее, прочее, прочее. На злобу я говорю, что 99,8% вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется. Образно говоря, идет война. И очень важно в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. Еще раз предупреждаю. Договорились, принято решение, исполняйте. Это сегодня главное. Это вопрос нашей выживаемости. Ибо нас просто как в жерновах перетрут. Если не съедят, то выплюнут.